Всем доброго дня. В этом видео хочу показывать, как нужно открыть капот на автомобиле Mercedes кузова W222 2016 года выпуска. Ну, на первый взгляд можно подумать, что тут сложного. Однако, вот когда первый раз хочешь найти вот рычаг, как-то теряешься. Вот здесь ручник, освобождение ручника. А рычаг находится довольно-таки снизу, не видно сначала, нужно нагибаться вот и найти этот красный рычаг и тянуть на себя. Послышалось щелчок, значит, замки капота открылись. Теперь вот перейдем к самому капоту. Спереди есть такая маленькая штучка, вот язычок. Нужно нажать, и вот капот открывается. Ну, в принципе, ничего сложного нету, когда знаешь, где и как вот натянуть на себя. А так все просто. Ну, в принципе, все. Удачи, пока.